Продолжаем вязать, и это вторая часть видео по вязанию шали узором сердечки. Значит, связали длину, ширину, та, которая вам нужна, как я говорила, и в этом видео мы будем обвязывать шаль. Шаль у нас будет обвязка состоять из 4 рядов, и давайте мы продолжим вязание, и я вам расскажу, как это сделать. Вот смотрите, мы начинаем обвязывать шаль, значит, в том ряду, где у нас остается, вот у нас раппорт узора состоит из 4 рядов. 1, 2, 3, и следующий 4-й ряд, последний, мы как бы завершали с вами сердечко. То есть в этом ряду, в 4-м, в последнем, не зависит от того, в каком ряду вы остановились, какая длина у вас получилась, то есть все, вы длину довязали, та, которая вам нужна, все, и вы решили уже начинать обвязывать шаль. Вот, у нас она, обвязка начинается с 4-го ряда, мы заканчиваем как бы 4-й ряд сердечко и начинаем уже формировать обвязку шали. Так, смотрите, начинаю вязать так же, как и вязала все предыдущие ряды. Здесь ничего не меняется, 5 воздушных петель набрали и связали 4 столбика с накидом. Теперь 2 воздушных петли. У нас идет цепочка из воздушных петель, и сюда под эту цепочку будем вязать 7 столбиков с 2 накидами. Делаю 2 накида на крючок и вяжу прям под цепочку. Первый столбик, дальше второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 7 столбиков связали, дальше 2 воздушных петли, и здесь вяжем, пропускаем 1, 2, 3 в 4-й столбик, столбик с накидом, дальше 3 столбика под цепочку, 1, 2, 3. Далее 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4. Заканчиваем вязать сердечко. Вяжем 3 столбика с одной вершиной. Первый столбик не до конца, второй столбик не до конца и третий столбик не до конца. 4 петли на крючке провязываю вместе. Дальше 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Под цепочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И 4-й столбик вяжем в 1-й столбик. 4 столбика вот с накидом. Дальше 2 воздушных петли. 1, 2. И вот сюда под следующую цепочку вяжем 7 столбиков с 2 накидами. 1-й столбик с 2 накидами. 2-й столбик. 3, 4, 5, 6 и 7. 2 воздушных петли, 3 столбика пропускаю в 4-й столбик с накидом. Дальше под цепочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Всего получается 4 столбика. Дальше 4 воздушных петли. Заканчиваю сердечко. Столбик с накидом не до конца. Дальше 2-й столбик с накидом не до конца. 3-й столбик не до конца. Провязываю вместе. 4 воздушных петли. И дальше повторяю узор. 4 воздушных петли, 4 столбика с накидом.
Потом 2 воздушных петли и вяжем 7 столбиков с 2 накидами. То есть узор у нас повторяется. Вот смотрите, как он выглядит. Довязываем до серединки. Вот здесь, когда мы свяжем с вами последний веерочек из 7 столбиков с 2 накидами, вяжем 2 воздушных петли и серединку провязываем точно так же. Здесь у нас ничего не меняется в середине. Вот, девчонки, я довязала до серединки. Просто хочу вам показать, как я буду вязать середину. Связала 7 столбиков с 2 накидами, 2 воздушных петли. И сюда в серединку вяжу 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. 5 воздушных петель. И сюда же 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Потом 2 воздушных петли и вяжем в противоположную сторону. То есть вот что у меня получилось. Это мы вяжем первый ряд обвязки. Так, второй ряд обвязки. И как мы его вяжем? 5 воздушных петель. Начинаю вязать также. 3, 4, 5. Переворачиваю работу. 1, 2, в третью воздушную петельку столбик с накидом. Дальше в следующую петлю столбик с накидом. Вторую, в третью петельку столбик с накидом. И четвертый столбик с накидом вяжем в первый столбик предыдущего ряда. 4. Дальше 2 воздушных петли. 1, 2. У нас здесь идет элемент из 7 столбиков с 2 накидами. Мы будем как вязать столбики с 2 накидами также в каждый предыдущий столбик. И между ним по одной воздушной петле. Первый столбик с 2 накидами вяжем в столбик. Дальше 1 воздушная петля. Дальше опять столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля. Так, доходим до конца этого элемента. Получается у нас 7 столбиков с 2 накидами. И между столбиками по 1 воздушной петли. Так, дальше закончили столбик с 2 накидами. Дальше 2 воздушных петли. 4 столбика у нас с накидом идет. В 4 столбик столбик с накидом. Дальше под цепочку 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. И 4 столбик под цепочку. 2 воздушных петли. И здесь вяжем также под цепочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И 4 столбик вяжем в столбик с накидом. 4. Дальше 2 воздушных петли. Дошли до следующего элемента. Вяжем столбик с 2 накидами. Предыдущий столбик. 1 воздушная петля. Дальше опять столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля. Столбик с 2 накидами. Продолжаем так вязать до конца. То есть все дальше повторяется. Вяжем третий ряд обвязки. Начало точно такое же, вяжем без изменения. Дальше 3 воздушных петли. И подошли мы к нашему элементу из столбиков с 2 накидами.
Теперь что мы делаем? Также столбики с двумя накидами. В каждый предыдущий столбик только будем вязать теперь 2 столбика с одной вершиной. Вяжем столбик с двумя накидами. Не до конца. 2 накида я провязала, но не довязала до конца. Дальше опять 2 накида на крючок. Сюда же вкалываю крючок. Вяжу столбик с двумя накидами не до конца. У меня 3 петли на крючке. Я их провязываю вместе. 3 воздушных петли. И продолжаю в следующий столбик вязать 2 столбика. Так, первый столбик не до конца. Дальше второй столбик не до конца. Теперь 3 петли провязываю вместе. Опять 1, 2, 3. И повторяю. Два столбика вместе, 3 воздушных петли, теперь в следующий столбик. Три воздушных петли, столбик. Три воздушных петли, столбик. Раз, два, три. Последний столбик. Так, вот что у нас получилось. Дальше 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Теперь у нас идут элементы по 4 столбика. Я пропускаю 3 столбика в последний столбик. Вяжу столбик с накидом. Дальше в серединку 2 столбика. 1, 2. И в следующий столбик, столбик с накидом. То есть между вот этими двумя элементами я провязываю 1, ну такой же, как мы вязали, 4 столбика с накидом. Теперь 3 воздушных петли. И опять у нас вот этот элемент из столбиков с двумя накидами. Вяжем то же самое, как вот здесь в начале вязали. То есть 2 столбика с одной вершиной в каждой. Потом между ними по 3 воздушных петли. И потом вяжем 4 столбика между вот этими двумя элементами. И так вяжем ряд до конца. В серединку мы не меняем, еще раз повторяю. То есть вот здесь, когда довязываем до середины, вяжем, заканчиваем вязать вот этот элемент с двумя столбиками с одной вершиной. 3 воздушных петли в серединку, 4 столбика с накидом, 5 воздушных петель, 4 столбика с накидом. И вяжем в обратном направлении. То есть ничего не меняется. Все здесь вроде бы понятно и легко. Четвертый ряд обвязки, он будет последний. Так, смотрите. Здесь мы с вами вяжем одну воздушную петлю подъема. И сюда же в столбик без накида. В следующий столбик без накида. И в третий столбик без накида. Последний столбик пропускаем. Под цепочку из воздушных петель вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков без накида. Теперь под следующую цепочку вяжем столбик без накида. Потом полустолбик вяжем, накид на крючок, вкалываем сюда же крючок, вытягиваем ниточку и все петельки провязываем вместе. Следующий столбик с накидом. И в обратном направлении полустолбик, накид на крючок, вытягиваю ниточку, провязываю полустолбик. И последний столбик без накида. То есть у нас получилась вот такая как бы ракушка.
Теперь пропускаем. Мотив вот этот вот с одной вершиной, два столбика с двумя накидами с одной вершиной. Под следующую цепочку вяжем то же самое. Столбик без накида первый. Следующий полустолбик, накид на крючок. Вытягиваю ниточку и сразу протягиваю через все петельки. Следующий столбик с накидом третий. Три столбика мы, получается, связали. Столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом. В обратном направлении полустолбик, накид на крючок, провязываем вместе. И столбик без накида под цепочку. Вот так. И так продолжаем. Опять под следующую цепочку столбик без накида. Дальше полустолбик. Столбик с накидом, в обратном направлении полустолбик, столбик без накида. Опять под следующую цепочку. Так, не то. Столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом, полустолбик. И столбик без накида. Дальше. Столбик без накида. Полустолбик. Столбик с накидом. Полустолбик. Столбик без накида. Довязали. До эти элементы цепочки до конца. Теперь вяжем опять под цепочку, где у нас 3 воздушных петли. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков без накида. Подошли к столбикам. 4 столбика, вот они. Первый столбик пропускаем. Следующий. Столбик без накида. И в следующий столбик столбик без накида. Пропускаем столбик под цепочку. 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Вот такой элемент. И опять у нас пошли как бы веер. Вот он идет, элемент. Под цепочку, под цепочки, под 3 воздушных петельки вяжем ракушки. И дальше уже, когда между ракушками, 5 столбиков без накида. Столбик пропускаем. В серединке по 2, по 1 столбику без накида, всего их 2. Опять последний столбик пропускаем. И под цепочку 5 столбиков без накида. И так далее. Хочу еще показать вам, как вязать серединку. Вот смотрите, мы довязали до середины. Здесь связали, где цепочка из воздушных петель, 5 столбиков без накида. Что делаем дальше? Вот у нас серединка. Первый столбик я пропускаю, в следующий столбик без накида, в следующий столбик без накида, дальше столбик без накида. 3 столбика я связала, в серединку вот сюда 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, дальше опять в столбик без накида, второй столбик, в следующий столбик и в третий столбик. Так, и сколько у нас получается? 6 и 5, 11 столбиков должно быть вот здесь в серединке. И потом дальше продолжаем вязать, опять под цепочку, 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Все, в
противоположном направлении вяжем другую сторону. Вот у нас серединка. Довязала я свою шаль, закрепила ниточку и потом хвостик спрячу. Хотела обвязать вот здесь вот верх шали столбиками без накида и передумала. Все-таки посмотрела, она смотрится и так красиво. Край ровный и как бы аккуратный, поэтому не стала я никак обвязывать вот этот верх. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, всем пока-пока!